с вами пришли к стене плача. Ну, эту историю, чтобы понять, нам надо с вами возвращаться в 10 лет до нашей эры. В 1957 году до нашей эры Соломон начал строительство первого Иерусалимского храма. За него где-то 12 лет, 1955 года. Навуходоносор, вавилонский царь, завоевывает Иудею, разрушает Иерусалимский храм. Большая часть народа находится в 1959 царь Корин, его в России любят называть Киром, издает манифест, по которому он разрешает всем угнанным народам вернуться. Угнаны были не только евреи, но вернулись только евреи, причем не евреи. Те, кто здесь оставался, восстановили храм 553 года. Этот храм, в принципе, проклял дольше всех. И вот он стал всем отделением во второй половине параллельного храма. Только храмовая гора, как любая другая гора, заостряется.